есть не стал? Нет. Ой, хомячушка, Ой, ты что там такое? Конечно, ему надо. Ой, какие горы, какие. Это же невозможно, гористая местность. Ой, какие приключения на хомячиную голову. Ой, ой, что это? Медведя вам, медведя. В помощь, медведь. Я хочу, чтобы он не побежал. На твоем телефоне, по-моему, лежу. Ой, ой, вкусные какие эти проводочки. Ой, у меня съемка так нарушается, и я могу его потерять. Слишком быстрый вот сюда. Ой, какой шустрый. Ой, хомячина. Ой, какие горы, да вообще. Верховался. Он вот сюда прям бежит. Ну, я боюсь, что он от меня убежит. Слушай, какой шустрый разбегушек какие. Тут твой телефон очень опасный. Ой, лезет на медведя. Ой, завалил медведя. Ой, это что такое? Иди нападай на медведя. Я могу его потерять. Я не очень быстрый. Какой шустрый хомяк. А где у нас животное? А, вон животное. Притворяется частью обстановки. Смотри. Кот притворяется книжкой. О, жара такая. Ой, ты какой активный, смотри, разбегался. Ты нежность. Ну что ты его так хватал? Тихонечко. Маленький обижает. Сильно обижает. А он не стал совсем есть эти штуки. Он выковыривался. Ему надо побегать. Можно переключить в другую сторону. Ой, там не бегут. Ой, как не бегут. Ой, потеряюсь. Да зачем? Хватит. Гора. Ну, смотри, а ты его поймаешь? Ну, только перед вот этими штуками. Ой, какая мышь шустрая. Он сейчас будет что-то. Тихонько. Как разбегался? Сейчас как залезет. Ну, убери его лучше. Я боюсь, что он убежит. Он слишком шустрый. Это плоская хомячиность. Эй, мелкий. Он разбегался. Уши такие. Ой. Видишь, какой быстрый. Ну, потому что ему явно не хватает этого барабана. Они бегают по барабану. Кольцо. Ну, да, у нас она есть.